Иду я по Москвушечке своей любимой и думаю о том, боже мой, как я люблю этот город. Это просто не передать. Ну вот правда, потрясающая Москва. Прямо вот очень ее люблю. И даже вот, знаете, к концу февраля вот эти все украшения, вот эти все игрушки, они не кажутся ненужными или лишними. Все прекрасно. Пиши внутри. Друзья, это потрясающая встреча. Смотрите. Один режиссер закрытой школы. Опа. Второй режиссер закрытой школы. Вот он. Я главный герой, ну это просто какой-то капец.